Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если ваш iPhone 7 выключается, то основные неисправности заключаются в следующем. Вышла из строя аккумуляторная батарея, неисправен тристар, либо контроль питания, либо его обвязка. Мы вам рассказали основные причины, из-за чего выключается iPhone 7. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.